presidente Putin disse em um discurso à nação que se os Estados Unidos seguirem agarrados à sua hegemonia, eles estão empurrando o mundo para um conflito global. Nós já estamos, portanto, em um conflito global? Já começou a Terceira Guerra Mundial? Слава Богу, пока нет. Хотя все признаки налицо. Чуть-чуть проще и одновременно чуть-чуть сложнее. Изменения в ядерной доктрине Российской Федерации произошли не как прямой ответ, а разрешение западных стран использовать их ракеты по нашей территории. Условия менялись гораздо более длительное, продолжительное время. Инфраструктура, военная инфраструктура НАТО двигалась в сторону границ России. Нужно вспомнить переворот, который был срежиссирован западными странами на Украине в 2014 году. Нужно вспомнить, как те же западные страны стали превращать Украину в центр борьбы против России. Украину стали накачивать оружием, там стали закрывать глаза на приход к власти пронацистски настроенных политиков. А главное, на что стал закрывать глаза Запад, это на то, что киевский режим устроил гражданскую войну и стал убивать русских, которые живут в Украине. Вот отсюда началась, наверное, эскалация напряженности. Резкая эскалация. Президент Путин неоднократно предлагал сесть за стол переговоров и обсудить озабоченности России в этой связи. Ему отказали. И он предлагал много раз. Вашингтон и европейские столицы отказались от диалога. И поэтому то, что мы называем специальной военной операцией, которая начиналась против киевского режима, она была последней мерой. И началась она только после того, как все возможности для политико-дипломатического урегулирования были отвергнуты. Далее специальная военная операция после того, как к конфликту прямо и косвенно подключились Вашингтон, Париж, Берлин, Лондон, многие другие европейские столицы. Потому что они посылают оружие, которое стреляет по нашим солдатам. Они поставляют оружие, которое стреляет по русским, которые живут в приграничных районах. И фактически эта операция превратилась в войну, в которой участвует коллективный Запад. Но дело в том, что по мере продвижения системы вооружений становились все более сложными. И те виды ракет, о которых мы говорим сейчас, сами украинцы, украинские военные, не могут их запустить. Использовать спутниковый сигнал и нажать кнопку могут только западные специалисты. То есть англичане, французы, американцы. И это все потребовало внесения, все вместе, в комплексе, потребовало внесения изменений в нашу ядерную доктрину. Потому что к войне с нами подключились ядерные державы. И мы должны были адаптировать нашу концепцию к новым мировым условиям.